Просто какая-то вселенская несправедливость, что до сих пор в 2018 году не придумали автоматической системы отправки денег просто мыслями. Вот мыслями. Я вот подумал мысленно, что я хочу перевести деньги, блядь. И вот они перевелись. Нет, мне надо сидеть, ебать мозги, вводить все как говно, тратить на это 20 секунд своего времени. Фух, все, я зачислил. Мизраэль. Ну, не знаю даже, возможности это хорошо, но расточительство редко играет на руку. С этим надо соблюдать баланс. Но если у тебя достаточно личной силы, то для тебя это не станет проблемой, потому что ты будешь постоянно осознанным и контролировать свои мысли, и ты просто не будешь хуйню всякую делать. Вы знаете, вы что, боитесь своих собственных мыслей, что ли, чуваки? Вы такие вот думаете, если, типа, если можно будет расплачиваться мыслями, да, вот так вот, не совершая при этом вот эту всю ритуалистику с вводом номеров карточек, да, то вы проебете все деньги. Это вы просто не доверяете сами себе, что ли? Вы что, поехавшие, что ли? То есть у вас настолько там все плохо в голове, да, устроено, что вы можете вдруг внезапно сделать что-то ебнутое, да? То есть вы внезапно можете взять и обосраться посреди метро, да, не знаю, снять штаны и начать кидаться какашками, пока едете в метро, что ли. Если это так работает, да. То есть, или вы можете внезапно, ну, не знаю, наброситься на человека, выцарпать ему глаза просто когтями, да, а потом вытащить пипиську и напихать в глазницы хуяку свою, да. Вот это вы все можете, наверное, если вы такие, короче, неосознанные люди, но я просто не знаю, кем надо быть, чтобы так сделать. Поэтому я выступаю за то, чтобы можно было расплачиваться мыслями.